Бывают дни, которые разукрашивают нашу жизнь, мужчин, как радуга неба. Сегодня один из таких, самых-самых. Женщины, всего сердца спасибо вам за то, что вы есть. Ну правда, пока мы маленькие дети, вы заботитесь о нас. И мы меньше болеем и больше радуемся жизни. По мере роста и развития вы вселяете веру в нас, в то, что у нас все задуманное обязательно получится. Всю нашу жизнь вы вдохновляете нас на сильные, храбрые и иногда сумасшедшие поступки, чем дарите нам чувство гордости и достижений, которые нам безумно приятно разделять вместе с вами, женщины. В нашей жизни мужчин, женщин дома – это матери и родные, которые сохраняют тепло в сердце. В бизнесе и работе – это коллеги и партнеры, новаторы, суперпродавцы, внимательные и ответственные. В личной жизни – это те, кто заполняет нашу жизнь любовью. В моей жизни – это моя супруга Елизавета. Она вдохновляет меня на новые свершения и каждый день дарит мне мою мечту – жизнь в счастье, семейном уюте и гармонии. Дорогие женщины, мы, мужчины, ценим вас, уважаем вас и искренне любим. С праздником 8 марта вас, любимые и родные!